Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжим играть в Atomic Heart. Мы, напомню, открыли зеркала. При помощи зеркал новое предприятие. И сейчас пойдем путешествовать по нему. Какой-то дизайнерский. Дизайнерское предприятие. 250 км в час. Печать. О, прикольно. Мне нужно попасть на выставку. Как открыть двери? Замок открылся моим мультиключом. Ошибка. Мультиключ не найден. У всех моделей Терешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи. Это одна из базовых функций. Кажется, свой мультиключ ты где-то потеряла. Мои предплечья оторваны негодяями. Ошибка. Требуемый манипулятивный узел отсутствует. Запуск пульса пирания невозможен. Так, где же она могла потерять свою? Предлагаю осмотреть ближайшее помещение. Крас, а как выглядят особые нейроконнекторы для соединения с коллективом? Ну, те, которые должно получить руководство страны. Согласно замыслу академика Сечерина, чиновники получат пустышку. Настоящие коннекторы с особыми полномочиями достанутся только ученым. Шеф решил обмануть советское правительство? Да не может быть. Откуда ты знаешь? Товарищ майор, откуда у вас новая нейропримерная перчатка? Да и что ли? Мне выдал тебя Дмитрий Сергеевич. Вот именно. Погоди, так он отдал мне свою перчатку? От успеха вашей операции зависит судьба дела всей его жизни. Как интересно. О, дали сгущеночку. Сейчас почитаем. Угу. Только руки найди. Ну что тут у нас? Безобразие. 5 июня 55 года. От Логинова к Исмайлову. Довожу до вашего сведения, что худрук театра имени Плесецкой С. Ласточкин взял манеру своих гостей, которых после посещения его заведения нередко оказываются на веселе, приглашать на ВДНХ. Шумные нетрезвые гости ведут себя неадекватно. Однако в связи с тем, что зачастую это высокопоставленные чиновники, управы на них нет. Прошу принять меры по недопущению гостей Ласточкина на выставку. Так, о миссии ВДНХ. 23 апреля 55 года. Руководитель предприятия 3826 Сеченов к Измайлову. Исмайлову. Для большинства людей, как сотрудников, так и гостей, ВДНХ представляет собой не более чем аттракцион с любопытными экспонатами. На деле все сложнее. Это испытательный полигон психологического воздействия технических новинок на обывателей разного уровня развития. Мы в АПО день и ночь анализируем реакции, которые присылает нам система наблюдения за гостями, чтобы выявить приоритеты для дальнейшего развития внешнего вида роботов и сопутствующих технологий. ВДНХ – это лакмусовая бумажка отношений советских граждан к миру будущего, в котором им скоро предстоит жить. Интересно.
такой собирание данных кустарным способом. Призрак. 23 апреля 55 года. От Курца, охранника, к начальнику безопасности Исмаилову. Слушай, Карим, я серьезно. Кто-то ходит ночами по выставкам. Да, я видел, что камеры ничего не фиксируют. А еще я видел светящуюся фигуру. И я не был пьян, знаешь. Я не пью ее с войны. Она словно из стен вышла, как шаровая молния, прошла мимо экспонатов и ушла в темноту. Плюс несколько экскурсоводов тоже говорили, что видели кого-то похожего на летающую женщину, которая плачет в темноте. Если это чьи-то шутки, то я любезничать не буду, ты меня знаешь. Зубы выбью, хоть кто это шутник будет. А если нет... Короче, я требую, чтобы в ночные смены меня не ставили, иначе я за себя не ручаюсь. Предупреждение. 4 мая 55 года. От руководителя комплекса Елизарова к руководящему составу. В связи с прямым конфликтом Ласточкина, руководителя театра имени Плесецкой, и нашим руководством прекратить выдавать сотрудникам ВДНХ в качестве поощрения билеты на представление. Товарищи, мы этого терпеть не будем. Общеизвестно, что театр под руководством этого щеголя стал рассадником разврата и бесчестия. Я регулярно получаю сообщения о том, что происходит в так называемом закулисье. Оградите себя и подчиненных от недостойного советского человека буржуазного досуга. Призрак. 23 апреля. Окей, интересно, кого мы тут увидим. Так, груша номер два. Сотрудники Сеченов. Окей, Николай Иванович Золотухин. Нюхов, а почему так мало? Потому что надо... Потому что тут скролл хреново работает. Очень... Точнее, нет. Через... Почему-то через вторую мышку. Ну... Через правую кнопку мыши надо делать. Нюхов, Малахова, Абдурахманов. Ой, господи. Что Гаузен? Ладно, тут лучше бы они фотографии эти рядом ставили. Так. Так, тут ничего было, да? Здравствуйте, здравствуйте. Так. Зафигня тут рассыпь. Так. Рафик, ты чего? И что мне теперь смотреть на это недоразумение? На машину эту подлую, которая меня убила? Да, скверное должно быть ощущение. Да нет никаких ощущений. Обиды есть, да злость. Не люблю я такие эмоции. Я спокойный человек, мирный. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят. Как персонал. Заменили мы. Бедных людей повырезали только. Роботы эти ваши. Эх, оставьте меня уже. Дайте забыться. Лезут через все. И что мне теперь смотреть на это недоразумение? Это ненадолго. Да уже нам сказали, что вскоре робот достанет. Тут я ничем не помогу. Прощайте. Ну, выходи, выходи. Какой-то борзый, ага, какой-то быстрый. Угу.
дверку не открыли поначалу, да? Ну ладно. Скрипты они такие хитрые. Может, и потом на станции лесная дверка тоже откроется. Чё тебе? Что мне теперь смотреть на это недоразумение? На машину эту подлую, которая меня убила? Эй, я уже... Ладно. Тут я ничем не помогу. И что? Это ненадолго. Скоро все исчезнет. Тут я ничем не помогу. Прощайте. Прощайте, да. Так, значит, нам, скорее всего, сюда. Вот сколько всякой фигни. Собираем. Так. Пойдем посмотрим. Так, что-то у нас. Слепая кишка. А день был счастливым, как слепая кишка. Терешковый, да? Он спрятался, да? Помогло тебе? А вот и рука. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот-официант, который обслуживает убитых им же людей. Пришибут. В данный момент робот не агрессивен. Можно получить руку без боя. Еще немного о гостях. 12 мая 55 года от пресс-секретаря Габриашвили отделу работы с посетителями. По результатам опросов посетителей было выявлено, что большая часть гостей отдает предпочтение экскурсоводам людям, а не Терешковым. Очевидно, что робот, рассказывающий о роботах, вызывает у людей тревогу и непонимание. Однако после проведения скрытого теста на интеллект, так называемого теста ВДНХ Елизаровой, выяснилось, что эта реакция свойственна менее образованным людям из рабочего и крестьянского класса. Интеллигенция и партийные деятели, наоборот, предпочитают Терешковых, которых для них сами по себе становятся частью выставки. Вывод: после того, как посетители во время прибытия проходят скрытый тест ВДНХ, их необходимо разделять на группы и предоставлять либо экскурсовода человека, либо Терешковых. Разошлите распоряжение. Угу, логично. Новый корпус ВДНХ. 1 июня 55 года. От Габриашвили к персоналу ВДНХ. Товарищи, сразу после всеобщей полимеризации мы начинаем строительство нового корпуса, который будет полностью посвящен летательным аппаратам и торжеству воздухоплавания СССР. Комплекс будет возведен непосредственно над ВДНХ в воздушном пространстве, а доставка гостей в него будет осуществляться с помощью новой технологии воздушных лифтов. В связи с этим среди сотрудников объявляется конкурс идей для оформления входной зоны. Основные идеи, которые должны быть отражены – высоты, свобода, яркое небо, торжество науки и стремление к звездам. О гостях. 2 июня 1955 года. От Исмаилова к экскурсоводам. Не секрет, что среди сотрудников отношение к комплексу ВДНХ двоякое. Некоторые считают, что это не более чем музей и выставка. Однако хочу вам напомнить, именно на ВДНХ гости знакомятся с нашими новинками. И поэтому бдительность и осторожность требуются здесь не меньше, а даже больше, чем на засекреченных объектах типа Вавилова или Павлова.
Туристы регулярно пытаются попасть в служебные помещения и потрогать экспонаты. Я не говорю, что ко всем нужно относиться как к шпионам, но помните, потенциально каждый гость – это агент врага. Расслабляться нельзя. Почему ВДНХ, черновик? 28 декабря 1954 года от Габриашвили к Габриашвили. Выставка достижений народного хозяйства? Почему название такое же, как у выставки в Москве? Первоначальное название ВДНП, выставка достижений научного прогресса, было признано неблагозвучным. Для многих туристов и гостей аббревиатура ВДНХ стала знаковой, и наш выставочный комплекс на предприятии 3826 использует ее скорее как товарный знак, а не как буквальное обозначение. Скрытый тест ВДНХ. 21 января 1951 года от Исмаилова к экскурсоводам. Разработанный лично товарищем Елизаровым и академиком Сеченовым тест на интеллект посетителей выставки заключается в фиксации направления взгляда гостей при входе в комплекс. Камеры ромашки фиксируют последовательность взгляда, определяя, что привлекает внимание гостей в первую очередь – яркие цвета, антураж, сложные устройства, плакаты или роботы. Последовательность выбора точек интереса свидетельствует о развитии интеллекта. Наиболее низкий – цветные пятна, стены, декоративные элементы, сложные устройства, роботы. Наиболее высокий – роботы, сложные устройства, элементы освещения. Наш стоящий момент разрабатывается дополнительный алгоритм, который по вниманию к системам безопасности типа ромашек и ульев поможет выявлять потенциальных правонарушителей и или шпионов. Что это у нас такое, блин? Это что, такой прикол, да? Да хрен. Я эту дрянь живой не оставлю. Ну да, интересно. Не, я эту дрянь живой не оставлю однозначно. Но мне интересно, может быть здесь какой-то скрипт есть, который дает бонус за то, что ты... Так. А че это у вас столы так странно поставлены, а? Ой. Мах руки. Блин, как неудобно вот этот вот задвинутые предметы вытаскивать. Здравствуй. Ну я же смогу потом? Нет, я тебя не оставлю в покое. Дверь-то открыта. Я потом тебя, если что, расстреляю. А, сюда. Как она работает? Поднесите ее к моим нейросенсорным контактам. Мультиключ активирован. А ведь говорили, не суйте пальцы в разные дырки. Это может быть опасно. И что теперь? О, еще одна Терешкова. Спасибо, что выручили. Без ключа я как без рук. Одну минутку. Мы ее починили или сломали? Система самовосстановления полимерных соединений.
Терешкова новейшая модель. В ее создании участвовала настоящая актриса и космонавтка. Тут уж на что мне пофиг, так пофиг. Веришь, нет? Другое дело! А сейчас, если позволите, я хотела бы произнести речь. Здравствуйте, дорогие товарищи! Добро пожаловать на выставку народного хозяйства! Ты чё несёшь, какая нахрен речь? Тут трупы кругом, кровь лужами, а ты тут вытанцовываешь. Угомонись. Да. Трупы. А почему нас закрыли? Так, сейчас посмотрим. Лампа для перемещения. Что у нас типа субтрина? Прикольно придумано. Good. Давайте посмотрим. Еще одна субтрина. Что-то знакомое, да? Отзыв номер 232. 30 марта 55 года. Посетитель 2208. Книга отзывов. Добрый день. Мы были посетить выставка ваших машин. Понравилось очень впечатление. Нет расстройства, есть желание. Желаем, чтобы надписи иных языков с переводчиком сложно. Искали, где вода закрыться долго, но очень красиво. Союз Советский очень страна привлекать. Мы хотим здесь снова. Окей, ладно. Извините. 32 отзыв. 32 отзыв, блин. 19 марта 55 года. Посетители 1943. Книга отзывов. Уважаемая администрация ВДНХ, огромное спасибо за организацию экскурсии для наших школьников. После посещения вашего комплекса мы писали сочинения, и все написали такие объемные и красивые тексты, каких я и не помню даже. А мы обязательно приедем к вам в следующем году, если будет возможность. Окей. Отзыв номер 500. 4 апреля 55 года, посетитель 2743, книга отзывов. Уважаемые руководители, к вам обращается ветеран войны, майор запаса Виктор Алексеевич Рух. Я очень долгое время хотел попасть к вам на выставку, однако, получив эту возможность, я оказался разочарован. Где вся военная техника? Слава о наших боевых машинах облетела весь мир, и почему я не могу их видеть в мирное время? Ваши роботы-помощники, конечно, интересные, но хочется увидеть мастифов, единорогов и прочих боевых чудовищ. Надеюсь, исправите в скором времени. Отзыв номер 96. 21 марта 55 года. Посетитель 2501. Книга отзывов. Хочу подать жалобу на проведенную экскурсию. Ваш робот-экскурсовод Терешков постоянно путал алгоритм, или как это у вас там называется. Описывал не те экспонаты, водил он нас несколько раз по одним и тем же маршрутам. На все претензии она только читала стихи и смеялась. Впечатления крайне негативные. Уберите роботов с должности или поменяйте им программу. Или как там это делается? Бак. Открыто. Ну что-то у нас такое. Рабочие предприятия. Достижения хозяйства предприятия 3826 бережно чтятся и поощряются, в том числе с помощью увековечивания в памятниках. Данный монумент под названием «Рабочие предприятия» был создан скульптором Набойщиковой НВ в честь выполнения первой научной пятилетки. Да. Какой-то знакомый, где-то я его видел уже. Инструментальная сталь. Сталь с содержанием углерода от 0,7% и выше. Эта сталь отличается высокой твердостью и прочностью после окончательной термообработки и применяется для изготовления инструмента. Структура углеродистой стали меняется от содержания цементита и феррита. Когда в сталь добавляется больше углерода, сплав становится твердым, прочным и упругим. Когда уменьшает, улучшает ее пластичность и сопротивление удару. Да. Все именно так. Или так. Что с тобой случилось?
Ты пал мне равны схватки с роботом, походу. Смерть нашла героя. Доступ разрешен. Давайте поковыряемся в улучшениях. Так, что тебе нужно? Нет, складоразбор. Па-па-па-па. О, точно. Разбор. Водка. Водка. Чпок. Слушайте, у меня так много нету места. Или не надо что-то. Ладно, я просто разберу, да. Нельзя, так надо начищить. Давайте вот этот полный рожок разберем. Вот так вот. Ну, сразу же как-то веселее. Склад. Ура, склад. Так, патроны есть, патроны есть, патроны есть. Все хорошо. Взял одну эту штучку. Улучшение создания. Что там у нас дальше? А, туплю. Улучшать надо. Так, я хочу уже... С химией проблема. Совсем на самом деле проблема, потому что потом еще потому. Создать чё? Хорошо, раз ресурсов достаточно. Как бы с этими постоянно будем встречаться. Оружейный барон. Что-то доминатор. Доминатор, крепыш. Тяжелая артиллерия, да? Давайте я вот этот вот создам. Что там, пускай будет. Так, я хочу создать. Эй, чё там? Может, надо что-то положить на склад? Ай, не то нажал. Ладно, сейчас разберемся с навыками и тогда уже все остальное сделаем. Звучит хорошо. И это тоже хорошо звучит. Неприцельный огонь, это хорошо. Крафт. Я хочу создать эту хрень. Так, создание. Ну и чё? А, вот оно чё, Михалыч. Ну давай. Почему леса, да?
Быстренький. Доступ разрешен. Быстренько и так. Но я пока побегаю с этим все-таки. Вот так. Как вы там не это самое? Не крутите. А, так. То есть, допустим, если я хочу теперь лезвие. Помаленечку так. Ну как-то меняется, нет? Или только косить не восстановить. Химия мне пока самому нужна. Это тоже мне нужно самому. Так, короче, поэкспериментировал. Потом воспользуюсь. По надобности. Вот так вот. Ну все так. А, блин, патронов не зарядился. Майор, оружие. Оружие и способность. Склад. Все на склад. Посмотрим, вообще может. Да. Помоги мне. Мирный атом, да. Экраноплан. Океан. Ванька полимерная. Где этот Ванька полимерная? Ладно. Ботаники комплекса Вавилова занимаются не только разведением растительных культур для других планет, но и активно развивает флору Советского Союза. Советскую флору, да. Специально для советских граждан был выведен специальный сорт цветка бальзамин Ванька полимерная. От своего мокрого товарища его отличает поразительная неприхотливость. Цветок совершенно не нуждается в поливе и будет цвести круглый год. Ну, какая прелесть. Опять подрались. Ага. Субтерия. И что это мне дало? Мои алгоритмы сбоят от ужаса, но в моей базе данных не заложено вербально-визуальных инструментов, призванных выражать страх, ужас, а также отрицательные или негативные эмоции. Конструктивно я была настроена только на позитив. Этот жуткий диссонанс моего поведения с окружающей обстановкой меня шокирует, но я ничего не могу с этим поделать. Да уж, никто такого не ожидал. Ладно. Мне необходимо срочно перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. В режим военных учений? Это же означает еще большую агрессию систем пассивной и физической безопасности. Это может привести к гибели еще живых людей, если таковые тут остались. Вот именно, если остались. У вас тут одни трупы везде. Выполняй приказ, Роб. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно вдвойне. Докажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как я должен доказать тебе, что я человек? Харакири, что ли, себе сделать? Пройдите тест Дарвина. Докажите, что вы человек. Чего? Какой еще тест? Может, лучше башку тебе оторву? Без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически долго. С радостью подтверждаю эту информацию. Ладно, хрен с тобой. Давай сюда этот твой тест Дарвина. Что сделать-то надо?
Докажите, что вы человек, пионер Нечаев. Положите на эту стойку три предмета, которые олицетворяют главные ценности советского гражданина. Труд, искусство и жизнь. Ебучие пироги. Да что ж мне так везет на всю эту хрень? На стойку, да? Че, куда? Голос. Подожди, сейчас. Почитаю. Дополнительная доставка. 8 мая 1955 года от руководителя Елизарова всему персоналу. В связи с ожидаемым плывом гостей 10 числа мы дополнительно оформили заказ на необходимые вещи. Мороженое 10 ящиков, газировка 200 литров, минеральная вода Канхуль 150 литров, конфеты в подарочных наборах 90 штук, пакеты на случай тошноты 200 штук, подарочные мягкие игрушки для младшеклассников, уточняется, их вечно не хватает. Азбуки научно-популярная литература 300 единиц, если что-то останется, отправьте в академию. О работе с детьми. 29 мая 1955 года, ну, почти... Сколько это ж получается, господи, 70 лет назад. Ну да, почти. От руководителя Елизарова всему персоналу. Дети, в основном пионеры, являются наиболее трудной аудиторией. Они шумные, непоседливые и вожатые чаще всего не могут долго задерживать их. Метод игрового развлечения с наградами и выполнением задач немного упрощает нам задачу, однако работа с такой аудиторией требует определенного подхода. Старайтесь следовать маршрутам сверху вниз, без долгих остановок. Не позволяйте детям есть мороженое вне группы, особенно возле экспонатов. Никаких детей на перилах. Если кто-то сломает руку или ногу, в Павлове их не примут. Они закрыли доступ в медблоке до особого распоряжения. Не позволяйте детям долго толпиться у игровой зоны Бурава и не разрешайте ничего кидать в кита. В прошлую среду из него пришлось доставать два самолетика. Дважды приходилось снимать детей с облаков на выставке Челомея. Тросы крепкие выдержат, но это создает нездоровую атмосферу. Следите за этим. Самых маленьких Павлов не водите, начинают плакать. В целом, следите за порядком и не бойтесь отчитывать вожатых. Управлять детьми – это их задача, а не ваша. Интересно, что же там в Павлове там такое? А, Павлов, ну это животноводческая хрень. Там условные рефлексы и прочая фигня. Труд, шмот, что бы это значило, а? Символ Родины. Господи, где мне вот тебя найти-то? Тут нету. Там. Подсвети, что ли? Странно. На тебе школа их любит, хоть и робот. Кого? Худу и лов. Цветы. Твои цветы. А, тьфу ты. Два, да, символ Родины. Символ Родины, ёкарный баба, я сам все символ Родины. А насчет теста Дарвина? Да. Слушай, включи что-нибудь веселое, а то как конец света. Радио будущего. Изумительная музыка, смодулированная новейшим квантовым суперкомпьютером, основанная на предпочтениях и тенденциях современных исполнителей. Теория вероятности утверждает, именно такие песни граждане будут слушать в будущем. Так ведь граждане уже сейчас их слушают. Получается, в будущем это будет музыка прошлого? А через 30 лет композиторы не будут это писать, потому что... Это уже написано? Но тогда музыка будущего должна меняться каждую секунду. Верно подмеченный временной парадокс. А вы наблюдатели? Музыка будущего формирует музыкальный стиль в настоящем. Однако суперпозиция наблюдателя и изучаемой информации находится в самосогласованной петле.
простыми словами, мы с вами всегда слышим музыку будущего и в тот же момент определяем, какой она будет. Но если это значит простыми словами, то я боюсь, что там будет со сложным. Блин, я ж башка заболел. Вот, живее тут ничего не нашлось. И вершились в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Заткнись, болванка тупорый. Извините, сбой эмоциональных алгоритмов усиливается на фоне царящего вокруг ужаса. Что-то на тему труда все как-то непросто. Можно подсказку? Хорошо. Какой инструмент есть на флаге Советского Союза? Понятно, иду искать. Я хочу спросить о чем-то другом. Всегда к вашим услугам. Угу. У меня есть пара вопросов. Разумеется, майор. Я могу вам рассказать про все четыре этажа выставки. Челомей, Павлов, Вавилов и Сахалин. Это как-то под шуру, как-то что-то не очень... Ну, давайте. Что на этаже Челомей? Первый этаж Челомей посвящен открытиям в области робототехники и строительству инновационных жилых комплексов. Как в воздухе, так и под водой. Угу. Окей. Какие экспонаты на этаже Павлов? Второй этаж Павлов посвящен автономным нейронным системам. Био. Это экспозиция «Триумф советской биокибернетики и нейрофизиологии». Угу. Этаж Вавилов. Что там творится? Третий этаж Вавилов посвящен прогрессу в ботанике, генетике и селекции новейших видов растительных культур. Ну и последнее. Расскажи про этаж Сахалин. Четвертый этаж – выставка «Сахалин», посвящена исследованиям глубоководных экосистем и фаунических комплексов различных районов Мирового океана. К сожалению, в данный момент этаж «Сахалин» работает в режиме склада и не входит в выставочную экспозицию. Расскажи про этаж «Сахалин». Четвертый Прикольный пропуск. Так, что там у нас? Где этот? А, вон. Молоток. Молоток ты, молоток. А насчет теста Дарвина? Да-да, буду рада помочь, майор. Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. Ты молот вольного труда, серпа изгиб литой, пятиконечная звезда с каймою золотой. Пионер Нечаев, вы блестяще прошли тест Дарвина. Скажите мне, кем вы хотите стать, когда вырастете, а? Космонавт. Отличный выбор профессии. Желаю вам... Что ж, мне было приятно ваше внимание, майор. Теперь, чем я могу помочь вам? У тебя что, память сбоит? Мне необходимо объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, это не в моих силах. Да ты издеваешься? Но я могу предложить решение этой задачи. Дело в том, что активация режима военных учений невозможна силами одного робота. Для подобной процедуры требуется два робота, а не один. И где мне взять вторую такую же идиотку? До начала этого жуткого кошмара мы работали в информационном зале вдвоем. Но в момент сбоя сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части. Ее по всему комплексу, что ли, растащил? Именно. Как вы узнали, дорогой товарищ? Богатый опыт. Мне что, теперь искать ее части по всему ВДНХ? Если вы установите в меня привод административного управления комплексом,
Я смогу подсказать счастье несчастной Клары. Это лучше, чем ползать вслепую. У меня мало времени. Где находится административный привод? Прошу за мной. То, что происходит вокруг, чудовищно. Роботы словно сошли с ума. Ой, хохлома. Золотой. А, подожди, это просто у меня скин такой. Да, вы только взгляните на этот позор. Столь благородная роль — помогать лесорубам и службам спасения. А ты? Как ты используешь данные тебе нашими создателями орудия? Как примитивное животное, как зверь, чтобы кромсать и расчленять? Ну а этот стоит тут голый, как ни в чем не бывало. Тебе не стыдно? Выпятил всем на показ свой иридиевый уплотнитель. Ты ж понимаешь, что он не сам это сделал, верно? Ужас! Ну и бардак! И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же этот бедлам и устроили. Я сегодня такая забывчивая. Красавчик. Как вам, люди, хорошо. Взяли бритву и сбрили эти отвратительные ужасные усы. А это что? Ты даже не машина. Дуралей. Ты лишь имитация машины. Жалкое подобие. Инструмент. Простите. Один такой в свое время пытался меня. Так, не будем об этом. Робот-лаборант представлен в различных моделях. Модели, выкрашенные в черный цвет, оказались особенно кровожадными. Так, вижу баг. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу сообщить, что специализация черных лаборантов определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборанта, если она не разобьется во время боя. Чего? Я вообще ни хрена не понимаю. Ты же помощник, Кирешкова. Можешь сказать по-человечески? Ой, все. Никакого чувства такта. Вы наверняка уже знакомы с ремшкафом Элеонора. С этим ужасным чудовищем, подвергающим людей жутким пыткам с летальным исходом. Мои алгоритмы испытывают боль, посылая вас в ее кровавые лапы. Но, к сожалению, именно она при помощи данной капсулы может значительно модернизировать ваше вооружение. Понятно, Терешкова, ускоряйся, времени все меньше. Уже иду, дорогой товарищ. Смотрите, тут какая-то фигня над головой, да? Прям такой нимб. Ой, а кто хороший мальчик? Кто мой самый любимый, самый нелепый, самый кусатенький? Кто тот самый глупый? Кто не нападает на людей, потому что даже в боевом режиме он добрый и хороший, а? Будь моя прелесть. Мы на месте, дорогой товарищ. Привод административного управления находится на этом стенде. Прошу вас выполнить подключение. Да. Хищная Мурена знает разум. Угу. Я, пожалуй, на сегодня остановлюсь.
Немножко посмотрю, что у нас есть по... то есть вначале нужно открыть, а потом уже... Ну, как... Ну, подожди, я не понял, что ты хочешь от меня? Подключите Терешкову. Только прошу, майор, будьте нежны. И мне тоже может быть больно. Ой, а что это щелкнуло? Это у меня боевые протезы кричат. Расслабься уже. Есть. Вроде все так. Подключение административных прав прошло успешно. Что дальше? Я открываю дверь в атриум. Вам нужно пройти по этажам комплекса и найти милую Клару. Я буду с вами на связи. Как только вы попадете на этаж, я проведу сканирование в поисках частей дорогой подруги. Сама Клара лежит на нижнем этаже атриума. Соберите ее воедино. Прошу вас. Есть в этом какие-то специфические действия, ладушки. Я думаю, реально на этом успокоиться. Посмотрим, что у нас появилось интересного. Ладно. Так. Просто сохранимся и все. Все. Спасибо за то, что были со мной, дорогие товарищи. И лайки, подписки, комментарии, донаты, все, что в ваших силах. Адиос, амигос. Увидимся в следующий раз. В этой или в другой игре. На пасаран.